Всем здорово, мужики! Это мой новый ролик на моем YouTube-канале. Сегодня я решил взлететь на КСПЛ. Давайте со старта поставим 10 бачей на красное. У нас из последних 6 раз упал только один раз красное. И как будто сейчас, по всем законам логики, оно должно упасть. Мы со старта ролика поднимаем плюс 10 бачей к балансу. А самое главное, это как раз начать видос в плюсе. Ибо как ролик начнешь, такой закончишь. Но вы все сами прекрасно знаете. И также, парни, напоминаю, все, кто хотят покатать на КСПЛ, вы можете при пополнении ввести промокод NIKIROLL и получить плюс 10% к депозиту. А сейчас, если что, с карт минималка, я знаю, 500 рублей можно депозитить со всех карт. Но если вы будете депозитить скинами, то там минималка намного меньше. Просто вот сюда вот нажимаете, выбираете скинсбэк или скинафи. Если будете через них пополнять, то можно спокойно депозитить по 150-200 рублей. Это уже не проблема. Также в описании под видео оставлю промокод на 25 центов. Вводите его нужно вот сюда. Так, ладно, мы полетели дальше катать на КСФЛ. Давайте сейчас 15 бачей поставим на 3х и 15 бачей на 4х. Я уже, если честно, за это время соскучился по КСФЛу, потому что я где-то дней 10 не снимал ролики по этому сайту. И уже, если честно, хочется. Давай ты мне сейчас спокойненько выдашь. Ну, хотя бы 3х. Отлично. Мы еще поднимаем плюс 15 бачей сверху. А давайте по 20. То же самое. На 3х и на 4х. Конечно, по этой стратегии сильно рисковать лучше не надо, потому что периодически она очень жестко сливает. Но я надеюсь, что сегодня все будет хорошо. Давай, родной, по-хорошему выдавать мне прямо сейчас 4х. Ну ладно, падай 3. Это тоже меня устраивает. Ну, мне сейчас хочется прям рискнуть, поставить по 30 долларов, но я понимаю, сука, что, ну, это вот это ни к чему хорошему меня не приведет такие риски. Ладно, давайте все равно попробуем. 30 на 3х и 30 на 4х. Если нам падает 4х, то мы вообще... Если нам падает 4х, то мы вообще в шоколаде. У нас на балике будет 400 бачей. Но даже если 3х упадет, я тоже не расстроюсь. То можно мне, пожалуйста, просто или зеленое, или фиолетовое. Я тебя прошу, пожалуйста. Падает... 3х, отлично, на балансе 374 доллара, но все то же самое, по 30 на эти два цвета, потому что даже если нам сейчас упадет 3х, то мы уже пробиваем 400 бачей. Если упадет 4х, то там уже и до 450 долларов останется совсем чуть-чуть. То сейчас вот или зеленое, или фиолетовое, я тебя прошу, пожалуйста, 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 сука. Мы так хорошо шли, но так чуть-чуть оставалось. И в итоге сейчас придется рисковать. Удваиваем. Если нам сейчас упадет 3х, то мы просто будем в нуле. Если падает 4х, то мы сверху поднимаем еще плюс 60 долларов. Но дела у нас, если честно, так себе обстоят. Давай, родной, пожалуйста, пожалуйста. Ну хотя бы 3х выдаешь. Ладно, мы свое возвращаем на балике 374 доллара. Но я хочу именно по этой стратегии, именно в этом режиме. Почему люди ставят, а у меня еще нету этого, что-то меня залагало. Короче, пробить 400 долларов в этой, по этой тактике в этом режиме хочу. То нам нужно еще разочек по 30 долларов или 3х, или 4х. Пожалуйста. Пожалуйста. Давай, родной. Не подводи. Ну, конечно, 4х это будет прям супер приятно поймать. Ну, хотя бы 3. Ну, хотя бы 3 нам падает, отлично. На балансе 404 доллара. И вот с таким балансом я отсюда, с этого режима спокойно ухожу. А давайте сейчас тронем дефьюз. 10 долларов по моей стратегии поставим какой-нибудь. Ну, надо вот такой вот. Надо выбрать, чтобы был 2 кэф. Ну, или 1.94 тоже нормально, ладно. А если проиграли, то удваиваем. Еще раз удваиваем, чтобы отбить все предыдущие проигрыши, сука. Спасибо, выиграли. Давай, я хочу так сделать 450 бачей, и уже, в принципе, можно отсюда уходить. Еще 10, еще 20, 40. Да, сука, ну как много мы проигрываем? 160, блядь, ставлю. All in. Выиграли! Вау, спасибо большое! Да, я не знаю, но это тотальный слив, сука, ну что с дефьюзом сегодня происходит? Ну, это очень неприятно. 10 бачей, минер, понял, понял. Да, так спокойно, ну не то чтобы спокойно, но так хорошо поднялись в колесе, сука, чтобы дальше просто в дефьюзе из-за того, что я хотел поднять плюс 50 бачей, так тупо слиться, блин, ну это просто сюр, правда. Только я так могу, мне кажется, только я, больше никто. Ну ладно, 100 бачей забираем, ну хоть какие-то хорошие новости. Давайте дабл по моей старой стратегии, ставим 40 бачей условно сейчас на красное, наверное, потому что красного мало падает. И 30 долларов на 7х. Бля, если бы я сейчас успел поставить. Ну ты сука, как же ты меня бесишь. Ну что сегодня происходит, КСФЛ? Ну почему? Я вот если бы зашел на пару секунд раньше, я бы успел поставить и уже бы поймал 7х. А сейчас мы вынуждены рисковать, скорее всего. Ну я не знаю, упадет ли два раза подряд 7х. Ну по идее может, но шанс на это маленький. Ну, надеемся на какое-нибудь чудо. Давай! Ну, ладно, 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 хорошо. 301 доллар мы камбэкаем. Так, дефьюз, давай. Ты у меня столько забрал, что сейчас должен выдать. Спасибо! Ладно, 400 бачей мы наши почти возвращаем.
Ну неплохо, ладно, хотя бы мы заново в плюсе. Это меня уже устраивает. Сейчас надо еще чуть-чуть поднять, чтобы было 400 бачей. Ну можно без вот этого говна, ну пожалуйста. Ну посмотрите, опять то, что было в начале. Я не знаю, как это комментировать. Честно, ну, бля, я просто не знаю. Ладно, заканчиваем на этом видос. К сожалению, мы сегодня весь баланс слили. Ну, это... Все, заканчиваем. Напоминаю, парни, все, кто хотят покатать на кейсфейле, вы можете при пополнении ввести промокод NIKIROLL и получить плюс 10% к депозиту. А депать можно абсолютно со всего, с карты, скинами, криптой, как вам нравится. Также не забывайте про промокод, который оставлю в описании под видео на 25 центов, вводите его нужно вот сюда. И все, мужики, всем большое спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал, не забываем писать какой-либо комментарий, это сильно помогает продвижению ролика. Хоть и в видосе все просрали. Мне кажется, я в этот дефьюз, сука, больше никогда не зайду. Ну, вот как такое вообще возможно? Я не хочу даже еще раз эту историю игры своей тупой, сука, чекнуть. Я не могу. Вот она, где у меня здесь дабл, дефьюз, вот. А, ну здесь моя... Да, вот мои ставки. Ну как, ну я просто хотел, сука, $6 поднять. 6! И в итоге вот что вышло. Короче, надо мне отойти от этого всего, но дефьюз, я думаю, мы в следующих роликах скипнем, не будем сюда заходить, потому что... Ну, он меня сильно расстроил. Это без комментариев. Ну, я просто не люблю материться в ютубе. С этой рекомендацией становится намного хуже, но тут вот без мата нормально объяснить то, что произошло, просто невозможно. Короче, ладно, мужики, все, на этом заканчиваем ролик. Всем удачи, всем...